Это уже расфасованные. Ну, грибы пошли. Посмотри. Опята. Вот эту штуку, друг этот сказал, обязательно попробуйте в этом. Вот это тоже тебе. Полкилограмма, да? Вот это там выходит сколько? Это полкилограмма, да? Ну да. Это выходит 16. 160-170 рублей. Грибочки продаются вот такие вот. А вот такие. Сколько 580. 58 рублей. 58 рублей. Маленькие такие. А вот 44 рубля на наши деньги. Прикольно. А вот? А вот вообще посмотри. А, вот эти прям хорошие. 11 800. Это лишь очень рублей. 500 грамм, ну, 200 рублей. Беру вот взять с собой. А вот гриб. Нормально. 89 рублей. Что это за гриб? А вот арбуз. Вот такие китайские арбузы. Вот они. 30 рублей килограмм. Да, 30 рублей килограмм арбуз. Охренеть, такой длиннющий, здоровый, сколько уже весит. Тут пошли овощные, имбирь, чеснок, цены не знаю. Сейчас я подожду, что-нибудь приобрету. Вот, вот. Сельдерей. Тут пошли всякие вкусняшки, копчености. Там лапы какие-то. Картошка китайская. Китайская картошка. 60 рублей за килограмм выходит. Картофель такой. Кабачки. А вот моя любимая кукуруза. Сейчас куплю и буду варить. Пойду посмотрю, сколько стоит. Проходим. Сколько кукурузы? 90 рублей килограмм, да? Или нет? Да. Ну и вот сколько? Нет, вот 3,98 килограмм. Тут 4,50. Нет, это тут... Она, наверное, тоже... Вот кто-то... Вот кто-то... Взвешиваем, вот это хорошее. Кто-то не стал брать. Давай возьмем вот это. Две штучки, прям кто-то отложил. Хороший подвесит. Вот тут рядом рыба свежая, мороженая. Сами не знаю на что такие. Тут что-то ничего нет. Дальше идут куры, всякие роллы. Мясо барана, свинина, 12,80. А вот наконец-то добрались. О, вкусняшка. Вот тут-то. 58 рублей. Ой, 100 грамм. Ой, блин, я уже заговорился. Короче, утка уже готова. Получается 1160 рублей килограмм. Яички перепелили. Это какие-то лапы чьи-то, не пойму чьи. Чьи это лапы? Лягушачьи. Язык, какие-то кишочки,
вот это вот. Что-то очень вкусное, мне кажется. Орешки. Сейчас. Путинный причин дал. Выходит дороговато. Мы сегодня пойдем вечером заказывать свежую, чтобы сготовили утку при нас по пекински. Поэтому это брать пока не буду. Все.